Альметьевский цех подготовки производства входит в состав общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой Энергосервис». Без него не может осуществляться единый производственный процесс других цехов предприятия. Это отправная точка производственных процессов, начало масштабной работы по обеспечению энергоснабжения объектов нефтедобычи и переработки. Альметьевский цех подготовки производства имеет мощную производственную базу с большими корпусами, широкой номенклатурой станочного парка, высококвалифицированными специалистами с большим опытом работы. Альметьевский цех подготовки производства занимается выпуском, изготовлением, сборкой шкафов и панелей станции управления ВЛБ, КТП, а также изготовлением металлоконструкции. Это траверсы для опор ВЛ 6-10 кВт, 35 и 110 кВт и ремонтом мелких и крупных силовых трансформаторов. Наш цех является уникальным в связи с тем, что без нашей работы немыслима работа ремонтно-наладочных цехов. Цех оказывает весь спектр услуг по изготовлению низковольтных щитов для управления станком-качалкой типа СУС, распределительного высоковольтного устройства РВНО, щитов силового управления ЧСУ 0,4 кВт, распределительных щитов, водно-распределительных устройств типа ВРУ 0,4 кВт, силовых шкафов и шкафов управления для СУС-КАТ, шкафов для ЧРЭП, ЦП, УЭПН, шкафов КТП киоскового и мачтового типа мощностью до 1000 кВт, блоков напряжения 35 кВт. Изготовление и капитальный ремонт корпусов и комплектующих деталей КТП и подставок для КТП. Изготовление траверс для опоры VL6-10-35-110 кВт, кабельных коробов из оцинкованного железа. Ремонт силовых трансформаторов класса 6-10-04 кВт мощностью до 1000 кВт и трансформаторов класса 35-6-10 кВт мощностью до 6300 кВт. Цех также оказывает услуги по капитальному ремонту разъединителей класса 6-10-35 кВт. Произведению покраски методом порошкового напыления. Внедрена прогрессивная система мойки трансформаторов, установка Керхер, системы очистки воды. Оборудован автоматизированный комплекс по изготовлению щитового оборудования, включающий в себя станок плазменной резки и гибочный станок с числовым программным управлением. Это привело к росту производительности труда на участке по изготовлению ЭЩО на 21%. Треть численности цеха – молодежь. Это основа и будущее цеха. Они активно осваивают всю номенклатуру выпускаемой продукции, стараясь не отставать от более опытных коллег. Альметьевский цех подготовки производства продолжает наращивать эффективность внедрения современных форм и методов производства. Впереди у цеха новые горизонты – совершенствование и продуктивность для достижения конечной цели – максимального удовлетворения потребностей заказчика.